Так, всем здравствуйте, раз, два, три. С вами Казуко Фэмили, и мы уже финалим игру Creepy Tail. В принципе, присаживайтесь поудобнее. Не забывайте про лайки, про репосты, про колокольчик. Ну а всем приятного просмотра. А мы, в принципе, приступим. Идем в зону загрузки. Ну давай уже, реагируй, алло. А, подожди, это первый диалог, что ли? Блин, это мы все слышали в прошлый раз. Давай, вырывайся, ну. Валим, валим, ну. Ну давай уже. Ты издеваешься? Давай быстрее. Какая хит! Это мы все знаем. Давай. Валим, 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 валим. Внутри этой конфеты что-то есть. А, она еще и здесь. Угу. Она что-то варит, да? Подожди, она товарит. Понятно. Так там зуб. А как мы его расколем?
Она типа... Чё, так быстро, что ли? Ё-моё. Нифига, она фастом передвигается просто. А, она сейчас типа пошла. Так. Даже я, может быть, имеется в виду. Какой она там в комнату поползла? И вопрос для чего? Нифига пока ничего не понятно. Так. Молитва от соседа была чарная, услышав. Господи, помилуй меня. За ним вслед не мог сказать. Аминь. Чипцы. Валим. Ё-моё. Варильщица, блин. Быстро она книгу читает вообще. Thank you.
как-то быстро она возвращается. Так, а куда она сейчас возвращается? Сначала типа почитаем, да? Блин. Да ё-моё. Я нифига не понимаю пока, что делать. Вообще не понимаю. Так, ну тут фигня полная. Она что, туда пойдет, что ли? Ну да. Блин, быстрее прячься!
Чуть не запалило, блин. Так, подожди. Давай. Ну. Так, хорошо. Из картины? Из какой картины? Так. Угу. Ладно. Угу. Руками не вы... Так, окей. Так, а что у нас есть здесь? Количество 1. Чё тут? И чё тут делать-то? Угу. Понятно. Так, она опять туда пошла, да? Так, а с чем можно ежа вскрыть?
Там мы, значит, шкатулку вскрыли, да? Угу. Так, подожди-ка. Проклятый замок! И чё, подожди, если не получается, мы что-то нашли. У окна. На кухне. Под столом. А, она пошла за этим. Ага. То есть получается тухнуть свечи. А там что? Это нам расположение, что ли, показывает или чё? Непонятно. Наверняка. Нет. Перевернуть бы этот чё. И что она с ним делает? Просто орешь и все. Ничего не понятно, вот честно. А, она пошла, по-моему, к этим. Ни хрена пока непонятно, вот честно. Thank you.
А что мы тут могли пропустить? Ничего. Драгоценный камень и один зуб. Нифига не понятно. Секундочку, ребят. Пытаюсь разобраться, это где тяжело. Иногда тут логичных действий не понимаешь. Точнее, нелогичных. Может реально что-то как-то ее зуб раз это заменить? Ну давай попробуем. Так. Нет. Блин, хлебушек он тоже не берет. В смысле, а что ты так быстро вернулась? Тварь. Воу. Ну понятно, она вроде бы что-то делает, окей. Она делает одни и те же действия. Не очень часто. Возвращайся туда, там, куда тебе надо. Да еще раз ту комнату обыскать.
А, подожди, она потом на кухню, по-моему, пойдет, да? Может, я и успею что-нибудь с ним посмотреть. Больше ничего тут нету. Ну там ёж спит, это понятно. Проклятый замок! Стоп, подожди, а... А откуда я знал, как это все работает, вопрос? Очень странно, очень странно. Весело. Быстрей. Да. Нифига ничего не понятно. Так. Ни хрена непонятно. Вот реально, ни хрена.
Блин, подожди, что там пишут дальше? На столике у окна? Серьезно? На столике у окна? А, когда она будет возвращаться? Ну давай. Подожди-ка. Успею. А, она сначала читать будет, серьезно? Так, хорошо. Два зуба. А, она сначала к тем пойдет. Быстрей. Ага, три зуба. Ой, аминь, как будто видал. Пойди, помилуй. Сзади на след. Молитва от соседа. Эй, что-то ты быстро вернулась, тварь. Хорошо. Никакой кухни, нету там никакого бесенка. Ага, понятно. Понятно, что нихера не понятно, да? Так, подожди. Понятно, она возвращается.
Так. Окей. Ага, зуба нельзя. У нас еще не хватает зубов, да? Понятно, то есть у нас три зуба. И куда-то еще хлеб пихать. Вы посмотрите на это милое личико. Трудности делают меня только краше. Выдирать себе зубы? Что за безумие? Согласен. Чего? Стоп, ты хочешь сказать, что... Ну да, она сначала к детям пойдет. Да в смысле? А как она двери открыла, япона мать? Подожди. Чего? Блин, ну вы не хотите же сказать, что... Сначала она, значит, будет считать, да?
И чё? Чё-то я ни хрена не понял, вот честно. Нифига непонятно, вот серьезно, нифига непонятно. Как это, блин, проходить? Чтобы это банально пройти, блин. А, наверное, сюда вернуться. Ну, естественно. Так. А чё ж нам дальше-то делать? Чё за глава кому-то надо?
Тогда понятно. Так. Ага. Блин, я б не догадался, что надо книжку с коммунизмом. Блин. Иди проверяй. Сучка такая, ну. 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 Так. Что она делать будет? Чего? Она теперь шкаф проверяет, зашибись. Так, а что она теперь? А, она теперь открыла эту комнату. А, она вниз пошла, да? Так. Это прикол? Откуда я знаю, как эту головоломку решать, алё? Чё за прикол, подожди.
Это что за дикий ёж? Шекспир? Ага, она эту забирает с собой, да? Понятно. Так. Что за омерзит? Валим. Все ясно. Так. Ну, по крайней мере, мы уже вроде знаем, что делать. Так, секунду. Так. Да, подожди, а дальше что делать? Нифига. Зуб. Нифига. Mm-hmm.
А, подожди, там этот появился. Так. Мы спрятаться не сможем. Пока что. Так, ладно. Так, подожди, а почему не появился ёж? Вопрос. Ёж же должен появиться, почему не появился? Блять, что ж так замудренно сделали, а? Ромб, ромб, круг. Так. Понятно. Так. Да. Что за фигня? Почему не появляется этот? Thank you.
А, понятно. Ставить зубы туда надо, походу, да? Так. Ну. Замудрили, конечно, они. Так. Ага, вот и черт. Рад видеть. И зубы смотрю на месте. Пока. А где же тетушка? Главное, что не здесь. Мёду хочешь? Соси свои леденцы с... Да, подожди, а может ему... Не могу отыскать дед... Так вот что меж зубов... Да, подожди-ка. Так, сейчас она свалит. Какая патока, текстура, что за божественный купаж. Признать, готов сию минуту я, кулинарный гений ваш. Немного сладко, челюсть сводит, зато придет конец зубам. И сейчас достану поварешку, которой я стучу по лбам. Тише, тише! А что если я знаю, где сейчас наша беглянка? Ё-моё. Говори, а я тебе достану баночку из тайника. Набегалась и прикорнула на вашей перине. Чего? Эй, Бронера. Почему ты мне помог? Мы же с тобой играем, не забыла? Здесь есть тайный выход. Найди его. Тайный выход. Ромб, кружок. Так, подожди-ка. Кружок. И чё? Что-то не так. Так. Выдирать себе зубы? Да их в доме полным-полно! В смысле полным-полно?
Так, ладно, хорошо. Так. Окей. Угу. Так. Да давай уже, дочитывай, надо мне сваливать. Так. Вали нафиг, я сейчас второму пойду помогу. Так. Так, ну а дальше чё? Нифига. Ё-моё. Так, сейчас, ребяточки. Тут у нас, видимо, вырубили свет, да.